моя страница. А это автомеханики написали. Приехала гламурная киса, гламурло такое на мастерскую, говорит, накачайте мне колеса. Докачайте колеса мне. А тебе говорят, воздухом с каким вкусом тебе накачать? Та прикола не поняла. Говорит, а с каким есть? Говорит, ну, яблоко есть, персик есть. Говорит, есть смородина черная. Она говорит, а клубника есть? Я очень люблю клубнику. Зачем тебе в колесах воздух с клубникой? Тебе говорят, конечно, ну как без клубники? Многие просят клубникой накачать. И накачали ей якобы клубникой. Она уехала, довольно расплатилась. На следующий день приезжает реальный пацан. Размером с этих трех механиков. Говорит, кто вчера моей бабе клубникой колеса накачал? Те со страха вжали в стенку. И говорит, мы! Он говорит, поворот наш! Он говорит, пацаны, всем по 1000! Ржал всю ночь!